Всем привет! Меня зовут Вера, вы на канале Вера Нитин подкаст. И сегодня у нас с вами пятое, финальное видео игры вязания на убывание, пятый юбилейный сезон. И давайте, наверное, сразу начнем с голосования за прошлый этап. Я по традиции сейчас размещу картинку, как у нас распределились победители по итогам общего голосования, первое, второе, третье место. И давайте, наверное, расскажу, как я голосовала. Честно говоря, голосовать было тоже достаточно непросто. Очень классные работы. Но я решила отдать места следующим образом. Первое место я дала Наташе из Карелии. Nits of Karelian Land. Ее прекрасные варежки с жаккардом. Я вообще очень удивлена, что Наташа взялась за такую сложную работу. Кто ее еще не поздравлял, обязательно пройдите на ее канал и поздравьте с рождением чудесного малыша. Времени у нее было в обрез, потому что, мне кажется, большую часть недели она провела в больнице. Но, тем не менее, за такой короткий срок она создала такой шедевр. Но даже не принимая в расчет такой большой эскюз, она все равно сделала очень классные варежки, полностью жаккардом, очень красивая работа, такая тонкая, в нежных оттенках, мне она очень понравилась, и как она гуляет с коляской, и этот общий образ, мне, в общем, очень понравилось. Мне кажется, работа 100% на первое место. Второе место я дала Насте Герасимовой, и здесь в противоположность Наташе очень простые митинги. Как мне показалось. Но я думаю, Настя со мной согласится. Они легко вяжутся, но при этом очень эффектные. Мне понравилось, как она показывала разные способы их ношения. И, честно говоря, вот глядя на ее работу, мне захотелось повторить тоже себе такие простые варежки с махером. Ой, митинги с махером. Длинные, очень классно смотрятся. Я не могу сказать, что не было там других работ, да, достойных первого и второго места. Я напоминаю, что каждый из нас выбирает какой-то критерий, по которому мы отдаем те или иные места. И третье место я дала Наташе Дуек. Сейчас, возможно, вы удивитесь, возможно, кто-то не одобрит мой выбор. Да, простые варежки, без рисунка, без всего. Но я Наташе обделяла ее баллами на протяжении всей игры и вот решила поддержать ее именно сейчас, когда она болеет. Не знаю, там нет настроения и всего остального. Мы, как участницы, все знаем, очень как бы неприятно выходить из этапа, когда у тебя 0 баллов, когда тебе никто ничего не дал. И даже такая поддержка, она очень важна. Поэтому я отдала... Ну, я не знала, проголосовала еще за Наташу кто-то или нет, но мне показалось, что работа, скорее всего, простая и, скорее всего, не наберет много баллов, но, тем не менее, мне эти варежки понравились. Рабочая лошадка, таких можно надарить знакомым на Новый год. Почему, как бы, почему не взять это как идею, да, для вдохновения, для подарков в такой вот для нас уже предновогодний сезон? Поэтому Наташе тоже третье место. Ирида Дизайн. Пряжный бутик натурального крашения. Мои красители – это краски природы, которые я извлекаю из цветов, листьев, фруктов, коры, корней, кожуры или минералов. Ольга. Весна без сна. Интернет-магазин носочной пряжи пряжамаркет.рф. Добро пожаловать к нам в гости! Настя, магазин пряжи «Горчица». Меня зовут Оксана, и я представляю магазин моточной и бобины пряжи «Кассиопея». Магазин маркеров ручной работы «Нит Маркер». Пряжный аутлет «Woolrite» в Берлине. Для тех, кто любит покупать брендовую пряжу со скидками каждый день. Адель Книг Волли.
Магазин пряжи Amazing Wool отправляет ваши заказы практически во все страны мира. Магазин пряжи Более Пуа. Меня зовут Наталья, и мой магазин пряжи ручного окрашивания Art Knitting. Добро пожаловать! Автор описаний Пани Маркевич. Ну и давайте вернемся к пятому этапу. У нас этап назывался плагиат. Мы должны были связать что-то от участников из предыдущих сезонов или из этого сезона. Ну, в общем, что-то повторить, какую-то работу. И, честно говоря, я очень долго думала, что бы я хотела повторить. Я не хочу показаться какой-то самовлюблённой или что-то, но в большинстве случаев мне хотелось повторить только себя. Опять же, я не говорю, что у других плохие работы, но глядя на какие-то вот действительно, которые прям вот мне очень нравятся, они очень сложные, и я не повторю их за неделю. Там были шали жаккардом или шапки двойным жаккардом, все очень красиво, но я понимала, что я не успею. Поэтому очень я долго металась, что же я буду повторять. И здесь, наверное, тоже будут какие-то кадры, я вам немножко расскажу. Изначально я думала повторить, ну как, не изначально, а вот за неделю до начала этого тура я думала повторить панаму Наташи, которую она вязала вот пару этапов назад. Мне она очень понравилась, но я за нее не отдала ни одного голоса. И мне персонально очень неловко брать работу, повторять ее, когда условно в рамках игры я ее не оценила. Я до сих пор насчет этой панамы, у меня сердце не на месте. Мне она очень понравилась. Я должна была ее оценить. И я вообще хотела ее связать для своей подруги, которая переехала жить в город, в котором особо нет зимы, и она бы там могла ее носить очень продолжительный период времени. И она даже выбрала цвет для этой панамы, но он такой экстравагантный, у меня нет еще этой пряжи, поэтому я решила, что я обязательно буду вязать эту панаму, но не в рамках игры. Все-таки хочется связать еще в цвете, который хочет моя подруга, а не который я нашла в магазине. Поэтому отказалась от этой идеи вот по двум причинам, что, во-первых, мне неловко, во-вторых, пряжа еще не пришла. Другое, что мне хотелось повторить, очень хотелось, но я понимаю, что мне не хватит времени тоже. Это макраме, которое я делала в каком-то из предыдущих сезонов, но я, конечно, не такой же хотела повторить, а более масштабное. Я хочу его повесить, скорее всего, в гостевую комнату. У меня были также идеи для маленького макраме, вот здесь вот тоже где-то картинки вставлю. Например, как светильнички в спальню дочери. Хотелось тоже, но сейчас объясню, почему я тоже отказалась от этой идеи. Последняя неделя игры, она вообще мне выпала, как бы вообще не вписывалась особо в мое расписание. Там, начиная во вторник, у нас была прививка первая у ребенка. Кто когда-то делал прививки, знает, что обычно они такие плаксивые, немножечко болеют. Это все произошло с нами. В общем, вторник, среда — это стопроцентное сидение, именно сидение и держание ребенка, потому что он немножечко был плаксивый. Я уже понимала, что вот вторника, среды у меня нет. А потом в понедельник к нам прилетела моя подруга с ребенком в гости практически на всю неделю. И я ее не видела целый год. И это очень близкая подруга. Знаете, так удивительным образом получилось. У них есть фотография, когда они улетали в Канаду. Вот первый раз, да, летели в Канаду. И они сделали фотографию в самолете, когда уже все сели в самолет. Это было во Франкфурте, рейс Франкфурт-Торонто.
И на этой фотографии мы с Кириллом. Представляете, мы летели одним рейсом в Канаду, но познакомились мы в другом месте, в другое время, вообще в другом городе. Просто вот так вот совпало. Наши судьбы в чем-то очень похожи. Мы вместе начали здесь все с нуля. У нас как бы одинаковые проблемы, условно, одинаковые цели и так далее. Поэтому мы очень близки и не можем наговориться никогда. Нам всегда мало времени. И я, естественно, очень хотела провести с ней время. Вот она вчера вечером улетела, сегодня я вам записываю видео, то есть мне к понедельнику уже должна была быть готова, по идее, работа, потому что я очень хотела провести с ней время. Вязание — это классная и важная часть нашей жизни, но она отбирает время у нашей семьи, да, у наших друзей, которые не вяжут. Я думаю, что немногие из нас могут похвастаться, там, что мы сидели вечером с мужем и вязали. Скорее всего, нет. Скорее всего, муж там, занимался чем-то одним. Мы вяжем, можем параллельно слушать кино. И я думаю, у нас у всех одинаковые проблемы. Я и так 4 недели, на 4 недели выпала из нашей семьи, да, что я соскучилась по ним, мне хотелось провести время, хотелось сидеть за столом со всеми, пить чай, болтать. Именно не просто болтать, уткнувшись в вязание, потому что мне надо спешить закончить для игры, а смотреть людям в глаза, смотреть на их эмоции, поддержка. Я решила, что я буду вязать что-то простое, что-то очень простое. В нашей игре на протяжении нескольких этапов сезонов были достаточно простые изделия, которые могут нас вдохновить на быстрый результат. Это, по моему мнению, была шапка от Маши Sparkle Knit, также была шапка там резинка 2 на 2, шапка резинкой 1 на 1 у Наташи Дуек, шапка Max Mara у Даши Некрасовой. По мне они несложные, и их быстро можно связать. Я не говорю, что они недостойны или так далее. И я решила, что это знак, потому что Оля Магнолия дарила мне пряжу. Она вот так вот выглядит, крофт от West Yorkshire Spinners. Здесь шетландская шерсть 100%. И 100 грамм, 166 метров, достаточно толстенькая. И она мне ее дарила не просто так, а для того, чтобы все, кто вот ездил в Шотландию, да, мы вчетвером, мы связали все одинаковые шапки. У этих шапок даже есть название. Мне нельзя его произносить на YouTube. Простая шапка 2 на 2, скажем так. Вот из вот этой шерсти. И так как я единственная, кто не купил эту пряжу в Шотландии, она мне ее потом подарила на день рождения. И я решила, что вот это вот будет самая обычная шапка. Давайте я ее надену, вам покажу. И расскажу, что тоже все не просто так. Вот так она выглядит. Как я говорю, это самая-самая обычная шапка резинкой 2 на 2. Она может носиться удлиненно. Потом я не делала у нее фиксированный отворот. Можно отворот сделать поменьше, но в два раза. И тогда резинка садится прям по голове. Ну, можно чуть-чуть небольшой оставить макушку. То есть поплотнее, но в два оборота. Ой, как я еще делала. Ну, по-моему, еще поменьше ее можно сделать. И тогда вот макушка тоже будет стоять. И вот, вот такая шапка, да, будет. Сейчас маленькие отвороты, в принципе, у нас модны тоже. Не так, маленькие отвороты и незакрытые уши, скажем, вот так будет правильнее сказать. Так тоже много носит, но, наверное... Да нет, я женщин тоже встречала, но больше мужчины, наверное. В общем, что в этой шапке еще такого знакового для меня? Эту шапку подарили мои вязальные друзья. Ну, фактически Оля. Оль, спасибо тебе большое. Но она мне напоминает о всех моих вязальных
команде, которая ездила в Шотландию. Я ее назвала My Knitting Buddy, то есть мой вязальный друг. И это не случайно. У нее большая история. Потому что вот мы все вяжем, мы с вами общаемся виртуально. Это очень классно, что мы нас вязание объединило и связало фактически весь мир, да? Но насколько вообще здорово и невероятно, когда мы из нашего виртуального общения переходим в реальное. И это самое ценное вообще, что может произойти, мне кажется, вот для нас, да, для тех, кто один в одном городе, другой в другом городе, может быть, в разных странах, и однажды так происходит, что мы начинаем общаться лично. И ну, это дорогого стоит. И я жутко рада, во-первых, что я лично встретилась и пообщалась с Олей, с Юлей, со Светой, и мы вместе провели отпуск. Я очень рада, что Наташа с канала «Рукодельное наслаждение», что мы тоже лично встречаемся. Сейчас, конечно, реже, но все равно у нас есть такая возможность. Я благодарна просто каждому. Наде, Ире, Карине, Тане, девочек, которых я сейчас не назвала, Ире, еще одной, что вы, смотря меня на YouTube, написали мне, и из просто зрителей вы превратились в моих друзей, с которыми я могу пойти в кафе, выпить чашечку кофе, и самое главное, не провязать ни одной петли, потому что мы болтаем, и мы настолько близки, что вязание, то, что нас объединило, оно просто уходит на второй план. И, наверное, вот это вот самое важное, что мы есть друг у друга, мы вязальные друзья. И несмотря на то, что это игра, это соревнование, что даже вот эта вот команда блогеров, да, которая выпускает видео, мы все равно все объединились, общаемся. Мы общаемся не только в рамках проекта, раздаем баллы, мы в чем-то поддерживаем друг друга, чтобы каждый из нас довязал. Это очень важно, поэтому такая простая шапка сохраняет нам время для того, чтобы общаться с нашими вязальными друзьями, общаться с нашей семьей, с нашими невязальными друзьями, проводить вместе время, качественное время. И лично я этим воспользовалась, связала абсолютно простую шапку, 96 петель, спицы 3,5. Здесь я использовала болгарский зачин, который я посмотрела в нашем же совместнике по носкам. Шотландские зернышки. Там Юля показывала, как делать этот набор. Спасибо тебе большое, Юля. Очень удобно я им воспользовалась. Макушку я закрывала, кажется, рядом в 4. Тоже очень просто. И начала я эту шапку вязать вечером в пятницу. Чуть-чуть повязала в субботу и закончила ее в воскресенье, а потом я всю неделю отдыхала, болтала, и получала просто кайф от этой недели, честно сказать. Да, работа не супер шикарная, плагиат, наверное, самое простое, что можно было придумать, но эта шапка мне дорога, и всегда будет памятна о том, что ее подарила мой вязальный друг, с которым я провела очень качественно, очень классное время в своем отпуске, и из виртуальных друзей мы превратились в реальных друзей, а также, что я сберегла время для моей подруги, и мы смогли тоже пообщаться. Вот такое вот у меня простое изделие. Я благодарю всех. Спасибо всем, девочки, что вы дошли до финала, что вы справились, вы откладывали свои дела какие-то, может быть, запустили свой дом, не знаю, не ходили в кино и откладывали какие-то встречи, но мы все провели классно этот месяц, мы устали, мы сейчас отдохнем. Спасибо зрителям за каждый ваш комментарий, за ваши подписки. Я очень рада, что у меня прибавление на канале, мы перевалили за 8 тысяч. Это очень, очень большое вам спасибо.
И спасибо за тем зрителям, да, которые вязали с нами вместе в игре, выкладывали свои работы. Очень много вдохновения. Вы невероятно классно вяжете. В общем, всем спасибо. Всем пока. Скучать.